«Единая Россия» предлагает принять поправки к законам. Стукнуло 55, получай дополнительный отпуск для обучения. Хочешь бесплатную диспансеризацию раз в год? Лови на халяву! Ты депутат? Больше никаких прибавок к пенсии. Все будет, как у наших мам и с папой. Зато у обычных трудяг все приятные льготы и ништяки останутся. И самая бомба! Все бабки коррупционеров будут идти в пенсионный фонд. Слышал про миллиарды полковника Захарченко? Да-да, и еще раз да. Все это пойдет на пенсии, а не как раньше. Черт пойми куда.